Этот серьезный мальчик – один из обладателей гран-при 4-го открытого окружного фестиваля рок-музыки «Рок осень-2021». Юный автор-исполнитель Иван Франк играет на барабанной установке и поет на английском и русском языках. Оригинальность и свобода исполнения, артистизм, музыкальность – эти критерии стали основными для жюри в определении победителя фестиваля. Всего 13 коллективов и 12 сольных исполнителей. Лучших из них жюри выбрало дистанционно. Вы все большие молодцы. Во-первых, мы рады, что вы участвуете в нашем замечательном конкурсе. Давайте аплодисменты все подарим вам, потому что вы все, я считаю, что вы все победители, потому что участие в этом проекте – это уже праздник. Выбранные конкурсантами стили абсолютно разные. Малыши представили известную всем с детства «Если с другом вышел путь» в брутальной аранжировке. Подростки спели хит «Виа земляне», «Трава у дома». Девочки перепели «Люси» Родиона Газманова. А кто-то замахнулся на районы, кварталы группы «Звери». Своим творчеством участники доказали, рок-музыкой может стать практически любая песня. Главное – любовь к этому жанру. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Ваши дипломы.